Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Nokia C31, и сейчас я покажу вам, как включить таймер в камере. Итак, для этого мы открываем камеру, после чего мы нажимаем на значок шестеренки. Здесь мы видим функцию таймер и можем установить его на 3 секунды или на 10 секунд. Выбираем. Выходим обратно и нажимаем, проверяем, как он работает. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.